Дамы и господа, здравствуйте. Я Андрей Орешкин, эксперт Whisky Rooms. Хочу рассказать о ежегодном празднике мастеров винокурни Ardbeg, проходящем 3 июня на острове Айл в Шотландии. В этом году производитель элитного напитка сделал подарок своим поклонникам, выпустив к своему дню компании ограниченный тираж односолодового виски Ardbeg Healthy. Фанаты культовой винокурни Ardbeg по всему миру присоединились к торжествам и развлечениям. И где бы они ни находились, в Германии, Австрии или Нидерландах, отметили праздник дегустации нового виски Ardbeg Healthy. Благородного напитка цвета полированного золота, обладающего ярким, неординарным вкусовым букетом. Одного глотка достаточно, чтобы понять взрывной характер скотча. Копченый, насыщенный вкус, сравнимый с ударом мощных волн на скалах, разбивающиеся на брызги отдельных нот и переливов. Необычайная глубина вкуса раскрывает ароматы торфа, делает акцент на вкраплениях морской соли и водорослей. Чистая родниковая вода из источника угадал, навевает легкое послевкусие кофе со сливками, копчености из сосновой смолы. Звучит заманчиво, не правда ли? Тогда, может, пришло время пробовать? Наш клуб решил сделать сюрприз любителям виски. Ответьте на вопрос, что объединяет Ardbeg Healthy и Россию. Получите приз – 2 Глинкерна, а также абонемент на бесплатное посещение клубного вечера Whisky Rooms, действительный в течение этого года. Ваши ответы оставляйте в комментариях, делитесь этим видео, подписывайтесь на нас. Будет еще очень много интересного.